чтобы еду покупать. Если большой, то тогда, чтобы получать деньги и кормить семью. Потому что еду бесплатно не продают, только за деньги. Если ты не будешь работать, у тебя не будет денег, и ты не можешь купить квартиру, не можешь ничего сделать, не можешь ничего купить. Ты останешься голодным. Оплатить за квартиру, ведь электричество, вода, дальше теплая вода. Это ведь тоже мы используем это все, и это тоже деньги. Мы платим деньги. И дом за деньги покупаем мы, например, квартиру. И новые вещи. У меня есть еще сестра, ее зовут Лиза. И у нас с бабушкой был договор. То, что когда мы будем убирать у нее на даче или у нее дома, она будет давать нам 50 рублей. Инкассация, например. Ты столько денег носишь. Конечно, радость. Это же не твои деньги. И что? Все равно же радость. Носить столько денег. Вот в тот раз утром, да, я живу в деревне. Там мой друг тоже в моем же доме живет. Рано утром приходит стучиться. Открываю. Я говорю, что это тебе надо? Он говорит... Меня выгнали из дома подметать подъезды. Ему папа сказал, когда подметешь весь подъезд один, за подъездом ему дают сразу 100 рублей. А в нашем доме 4 подъезда. Моей маме трудно, потому что она 2 раза в неделю работает в ночь. Потому что она заменяет 2 врачей. И ей зато повышают... Должность и зарплату. Директор школы, президент. Ну, президент — это естественное дело. У него там зарплата официальная 586 тысяч чем-то вроде. А мне казалось, что у него даже 3 миллиона есть. Нет. Мне бы хотелось, чтобы я купила себе частный дом, где могут жить и собака, и животные, и моя семья, которая мама, папа, сестра и я. Я хочу наоборот в детский сад и все. Я тоже. Работать не хочу. Я уже просил маму, чтоб я ей помогал на работе, чтобы быть уборщиком. Я буду работать с животными, буду ветеринаром, так что я не устану. А как думаете, если вы открыли собственный магазин, что бы там продавалось? У меня бы... Все. Дошираки. Все, что есть в магазинах. Игрушки, еда, там, посуда. Ну, всякие электрические штуки. Со временем проходит. Каждый ночь!